возглавляю агентство регионального развития, поэтому проблематика – это активизация громады. И для того, чтобы не активизировать их, первым, самым нулевым шагом, естественно, нужно подсоединить этих людей всех, максимальное количество горожан, к платформе. Платформа ГРЭС, я так ее сокращаю. Ну, во-первых, максимальное количество горожан регистрируем, мотивируем быть их активными и активно регистрироваться. Естественно, это мы делаем через СМИ, прямые контакты в городе и регионе. Второй шаг. Так как у нас региональное развитие, нам, естественно, нужно определиться с проблематикой и стратегией. Что мы делаем? Внесение проблем города, чтобы не путать все мозги, просто проблем города и региона, и общественное голосование. Согласны, не согласны, потому что у всех разные мнения, и превалирующее, ну, тут по приоритетам будем уже решать. Создание списка самых важных стратегических задач для нашей агенции. Дальше. Составление программы, как нас научили. Сначала мы создаем программу для нашей организации. В программе прописываем проекты. Ну, там, проблема 1, проект 1, проблема 2, проект 2. И вот на эти проекты уже на платформе собираем деньги. Ну, или деньги, или ресурсы, или активистов, волонтеров. С этим все. Шаг 3. Самый интересный шаг, если у нас не получилось, или нам власть ставит палки в колеса в решении наших проектов, потому что мы реально работаем, ну, с важными проблемами для власти и города, то очень может быть такое. Поэтому мы делаем, знаете ли вы, горожане, что существует такая ситуация? Да или нет? Ну, да или нет. Потом поддерживаете ли вы власть в том, что она ставит палки в колеса? Да, нет. Такие методы мы активируем граждан, их сознание. Ну и, естественно, уже от этого шага, если большинство согласно с тем, что власть не права, а действие громадскости верное, то мы просто делаем, как нам рекомендовали, по закону 104, ну или активное физическое присутствие перед мэрией, или опять-таки через платформу делаем какие-то решения для того, чтобы минимализировать влияние власти на развитие города и региона.